погода в Питере меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций дышите глубже и оставайтесь на нашей волне. Получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. В эфире Питер ФМ. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно. Вне зоны доступа мы. Алло. Алло. Маша. Ой, извините. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа совсем не обязательно. Скажите, а мой телефон в хороших руках? Ждать помощи спасателей. Да, Маша, вам повезло. Два шага по касательной наверх. Так во сколько и где? Две жизни до сбежения и до изнеможения, скрыв местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Так много людей. А тот, кто нужен, один-единственный. Он опять потерялся. Можешь мне описать, как ты будешь? Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Голос, ну, как будто слышал много раз. Вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Да, я тоже очень хотел бы встретиться. Давай сегодня. Вне зоны доступа.